14 апреля вышел на тропу. Солнышко яркое. Надел очки. И не спеша пошли после Афона. Кстати, на Афоне происходят разные вещи. А именно, там идет какая-то перестройка. Не только так телесного уровня, но и, естественно, душевного. Все это выражается в том, что у человека бывает расстройство кишечника, поднимается температура. Все это нормально. Так должно быть, и указывает на то, что с ним произошли какие-то благостные изменения от этого святого места. Вот, естественно, появляется слабость, потом восстанавливаешься. И, как, знаете, сбросив какой-то груз, дальше появляется легкость, какая-то радость, и начинаешь по жизни бежать. Именно поэтому многие люди, ну, бывают регулярно на Афоне. Ежегодно его посещают. Это что касается Афона. А вон скорушка сидит. О, там, видать, гнездовище их. Травка позеленеет. Солнышко блестит. Кстати, уже и ласточки прилетели. Ласточка с весною. Синий к нам летит. Синей нету, а двери есть. Двери гаражей, сараю, хижик, кто живет в деревне. Какие уже цветочки. А до этого тут снег лежал. Почки готовы распуститься. Да, как только стало тепло, все происходит очень быстро. Посмотрим, я тут орехов высыпал, куда они делись. Все орехи, которые здесь были, растащили. Ничего не упало. Какие-то птички, зверушки поели.